Край родной, на земле горелой черной, сот зеленый разведет, мы в сот постарим наш просторный, наш высокий новый дом. Соедините меня с правлением колхоза вперед. Жду звонка. Войдите! Разрешите? Ванюша, друг, откуда? Прямиком из Берлина. Отвоевался? Отвоевался. Домой? Домой, 100 лет родных не видел. 100 лет. Ты лучше скажи, сколько за 100 лет писем написал. А. Судя по нашей переписке, только 2. Ну уж и 2. Знаю твой характер. Ну что ж, будем рыбу ловить. Половим. Ты знаешь, у нас новость. Собирался сейчас твоему отцу звонить, поздравить хотел. Что так? Разрешена стройка. Понял? Ничего ты, братец, не понял. 8. Владимир Андреевич, зайди, срочно. Ничего ты, братец, не понял. Действительно, не понял. Стройка на всю область. Кирпичная деревня. А? Да ну. Кирпичная деревня? А где же будете строить? Это вот другой вопрос. Садись. Конечно, самое лучшее место для стройки новой деревни – это Заречные Дубки. Помнишь? А как же? Заречные Дубки, да, место завидное. Именно завидное. Из-за этой земли у твоего отца форменная война идет со своими соседями. Да ну. А старик все хлопочет. То собирается пахать эти Заречные Дубки, да, то строит на них. Ага. Одним словом, готов на все, чтобы только закрепить эту землю для своего колхоза. Узнаю отца. А что ж, правильно поступает. Одобряю. Да и я одобряю. Конечно, правильно. Ну, словом, если решите на этих дубках строить, у вас преимущество. И я это дело поддержу. Ну, а теперь порадуем старика решением о стройке. Нет уж, раз такое дело, чего же его по телефону сообщать? Василий Федорович, дайте уж мне этот дорогой подарок доставить отцу лично, а? Ну, ладно. Ты занят, Василий Федорович? Входи, входи, входи. Смотри, кто перед нами стоит. Бравый капитан. Не просто капитан, а сапер. И не просто сапер, а сын Вишняка Кузьмы Тимофеевича. А, очень приятно. Знакомьтесь, секретарь райкома. Очень приятно. Здравствуйте. А, ну, чем не командир для стройки новой деревни? Правильно. Правильно. Что, что, что? Вот тебе решение облсполкома, сроки, планы. Да позвольте, позвольте. Ну, раз ты сапер, тебе и планы в руки. А раз ты в городе, зайдешь к майору и добейся себе подрывников для корчевки участка. Вот и все. Ну что за подход, а? А только что приглашал рыбу ловить. А вон за той березовой рощей
начинаются наши колхозные земли. Так. Значит, скоро перекресток. Ага. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Ну, теперь дорога вам известна. Еще бы. Жду вас на заре. Есть. Да, передайте вашему майору, чтобы он людей не задерживал. Так. И сами не задерживайтесь. Ну, понятно. А то ведь вы человек дорогой. Я вас полдня выпрашивал. Почему? Ну, не давал. Ну, да. Да. Товарищ капитан, а? Вот ваш перекресток. Ну, спасибо. А то чуть не проехал. Вы это возьмите почту. Давайте. Газеты вам. Ага. Пакет для колхоза «Молодая гвардия». Обещали встретить, никого нет. Пешком идти далеко, сегодня праздник. Ну, давайте, давайте. Вот, спасибо. Пожалуйста. Прощайте, товарищи. Спасибо за компанию. Счастливо. Спасибо. Товарищ Фокин, так да. Я вас жду завтра. Есть, товарищ капитан. И пола, пола побольше возьмите. Пола у нас хватит. Желаем успеха и счастливой встречи. Скажите, на машине была почта? Была. Вон. Вот досада, а? Опоздал на какую-нибудь минуту. Вы из колхоза «Молодая гвардия»? Да. Тогда вы не опоздали. Вот спасибо, выручили. Вы к нам приехали? Нет, я к себе домой, в колхоз вперед. Ну, значит, соседи. Еще увидимся, прощайте. Thank you.
Имеется вопросик в порядке ведения. Откуда вам, бойкие подружки, известно, что эта Марья Степановна, так сказать, черединщиха, уже получила разрешение запахать заречные дубки? Где это, извините, написано? Газеты надо читать, товарищ Полойко. Во вчерашней районной газете написано, номер 117. Почему девчонкам известно решение о дубках, а нам неизвестно? Да не могли они отдать эту землю без нашего согласия, Кузьма Тимофеевич. Раз мы на нее тоже претендуем, не могли. Это они все насмех придумали. А номер газеты тоже они придумали? И номер газеты придумали, только этот номер им не пройдет. Да понимай! Иди сюда! Правда против? Правда против? Наше слово, слово там! Пусть сейчас висеет всюду наши печки молота! Найти эту газету! И срочно зазвать членов правления! Нас вся страна знает! Мы 115 тысяч на танки дали. Мне сам товарищ Сталин телеграмму прислал. А ты у меня эту землю из-под ног упускаешь. Ой, что там? Полой, что? Фу, помру сейчас от сердечного удара. Расстегни брюки. Член правления где? Где? В клубе частушки слушает. Частушки слушает? А ты что сидишь? А? Что ты сидишь, я тебя спрашиваю? Ищи газету! Кому я говорил, что вы поехали в район? Чтобы мы эту фондовую землю не проморгали? Почему ее отдали? Натиску не было с нашей стороны. Делового упорства. Кузьма Тимофеевич. Ну что тебе? Сердце-то побереги. Да уйди, уйди ты от греха подальше, уйди. Дубки к нам больше тяготеют, это же всем известно. Да мало того, наша-то земля с государственным фондом, ведь вот границы какие имеет. Ну, а учрединчики что? Да нет, ты мне скажи, почему ей именно эта земля понадобилась? Что, мало кругом другой земли? Нет, ты подай именно эту, а у нас срывается стройка. От зависти все это. Вот именно. Ну, газет давай. А? Ну, газет ты мне дашь или не дашь газет? А, да, газету. Позор. Позор! На весь район позор! Ванюшка! Сынок! Живой! Ну, как видишь! Надолго! Совсем! Ну уж это смотря как примете. Здравствуй, Ванюшка. А я иду, слышу крик. Зарез, позор, ну, думаю, отец бушует. Как воевал? Где был? В Берлине-то. Был? В Берлине? Был. Был? Ага. Да, я тебе подарок привез. Какой подарок? Живой ты, здоровый вернулся, больше никаких мне подарков не нужно. Пошел, Владимир. Степан Петрович! Здравствуйте! Финансист! Здравствуйте, я сдал. Спасибо. Ну что, все по-прежнему прошито, пронумеровано, да? Не совсем. Вот вчерашнюю газету забыл подшить по случаю праздника Победы, а из-за него все неприятности. Да нет, хороший он человек. Только терпения у меня на него не хватает. Ну давай газету, давай. Читай. Вот. Вчера на районном активе выступила также председатель колхоза «Молодая гвардия» Марья Степановна вот фамилия, прям натощах не выговорю. Ну, в общем, Челединчик. Челединчик. Ну. Которая заявила, что расширяет посевные площади своего колхоза за счет заречных дубков и земель запасного государственного фонда. Так. За счет дубков. Да нет, это не может быть. Подожди, Ванюш, ты еще не в курсе дела. Полойка, а? Звони в сельсовет. Алло, сельсовет? Катенька, дай сельсовет. Алло, сельсовет? Дежурный, это Полойка говорит. Скажи мне заради праздника, есть ли какое решение насчет заречных дубков? Как нет? Почему нет?
То есть я хочу сказать, что правильно, что нет? Правильно. Правильно. Ну, до свидания. Что я говорил? Решения нету. Да есть решение. Да нет, Ванюшка, вот именно ж нету. Ух, камень сердца. Ой, ой, Ванюшка, ноги не держат, помру от сердечного удара, черединчик отвечать. Что с тобой? А, да что это за черединчик? Да объясни ты мне толком. Черединчика? Да. Есть здесь, у нас здесь по соседству партизанка. Тоже председатель колхоза. Ну вот, пользуясь военной обстановкой, отобрала у нас переходящее красное знамя. Как же это вы так допустили? Допустили. А? Все наши на фронте в колхозе одни старики да девки. Так ведь у нее-то, очевидно, тоже девки. Девки. Сравнил тоже. У нее девки-то как трактора, на ней же пахать можно. Нет, слов нет. Работает она хорошо. И хитро. Правда, в академии она не доучилась. Но женщина она толковая. И ведь вот беда, мешает нам в одном деле. Так, так. Ну, а в каком же это деле? Ну, понимаешь, обратились мы в сельсовет. Да. Насчет прирезки земли. Так. Из государственных запасных фондов. А она себе эти заречные дубки требует. Ах, он что? Ну, насчет заречных дубков, батя, ты это будь спокойно. Заходите, заходите. Сын у меня приехал. Батя, батя. Братка. Какой ты стал? Ну, мать-то где? В антракте гуляет. Ну, чего ты орал-то? Черединчику дубки замерять. Что? Сам с крыши видел. За мной! Стой, тебе говорят! Стой! Прекрати измерения! Так это вы и есть та самая ужасная Черединчика. Здравствуйте. Моя фамилия Чередникова, а не Черединчиха. Угу. Протоколами вооружились? Нет, Марья Степановна, не протоколами, а законами. А мы с Марьей Степановной протоколами и законами не козыряем. Мы делом бьем. Да замолчи, сорока! Товарищ Вишня, неужели вы не понимаете, что вы сейчас не против меня, а против государства воюете? Ну? Вчера я говорил в сельсовете, и там согласны. А мы не согласны. У вас тут стажок сена стоит. Заберите ваше добро. Завтра мы начинаем пни корчевать. И точка. Запятая. У меня у самого на завтра корчевка запланирована. А послезавтра начнем пахать. И у меня на послезавтра пахота запланирована. Неправда. У вас людей нет. У Вишняка и таракан пашет. Короче, отдаете землю или я в район поеду? Нет. Заречные дубки мы вам не отдадим. Вы поди шутите? Нет. Мы эту землю сами подымем. Хорошо. Но предупреждаю, если завтра с утра корчевку не начнете, землю заберу. А вот мы завтра с утра и начнем. Ну что ж, посмотрим. Полойка, полойка. Расстегни, батя, воротник. Господи, ну вы тоже хороши. Ну чего вы тут только не наговорили. И корчевка запланирована, и таракан пашет. Ну к чему все это? Как к чему? А принцип? Вот вы и пашите на вашем принципе. Но только завтра с утра. Про утро-то Иван выразился. Как Иван, а? Нет, батя, мы здесь пахать не будем. И сеять тоже здесь не будем. И это почему же? А потому что уважили вашу колхозную просьбу. Я сегодня был в городе. В облсполкоме все решено. Разрешено и подписано. Будем строить на этом месте новую деревню. Кирпичную! Разрешили! Строительство-то разрешили, а? Челединчиха, она просто лопнет от зависти, когда узнает. Когда узнает, что здесь будет город заложен, а? Довольно жить нам в полсилы. В землянках, в хатах погорелых. Будем жить образцово, во всю свою богатырскую мощь. Опять загнул, ведь сперва построить... Полойка, полойка! Вот по финансовой части ты действительно
тигру съел. А в общеполитических вопросах ты слаб. Слаб? Построим. Раз решили, обязательно построим. Есть у нас в колхозе гвардейцы, орденоносцы, герои, партизаны. Да вот хотя бы взять твоего сына. Ну кем он был? Ну ведь простой гармонист, не дурак выпить. А теперь он кто? Капельмейстер Брестского ордена Суворова первой степени сводного полкового оркестра. Видал? Знай наших! Так кто ж его армия воспитала? А здесь? Здесь? Здесь сколько угодно. Пожалуйста! Ванюшка, да. Ты ведь вот не знаешь, как у нас люди за годы войны выросли. Да, да. Зачем далеко ходить? Вот, пожалуйста, Аграфена Карповна. У нее 3 сына в армии, так она ведь здесь за 4 работает. С утра на ферме дояркой, потом в бригаде поварихой людей накормит, снова на ферму коров доить. А ночью только по хозяйству управится. А когда же она спит? Да вот не спит она совсем. Простая крестьянская женщина, Аграфена Карповна. Выпьем еще по одной чарке за славный наш сегодняшний праздник, за великие наши победы. Выпить, конечно, можно. Я бы даже сказал, должно. Но только вот что выпить? Мать! Минька, заводи. Ой, жалко мне, жалко, что не полная чарка, а лука полити, что не мачим дарити. Рада прикупите, полной чарки дарите, для мельки маленько, зиродич бедненько. Для мельки маленько, Ну, Иван Кузьмич, дал ты согласие стройкой руководить? Тяни. Стройматериалы вам дали, саперов округ прислал. А теперь, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Да уж придется. Когда работать начнешь? Думаю, что завтра с зари. Ну, в добрый час. Мама, посиди со мной. Ну вот, я и дома. Да, даже не верится. Притомился, небось, с дороги-то. Да нет. А я тебя уж и постелила. Где же? В горнице. Где раньше стелила, когда ты еще мальчонкой был. Нет, мама, у меня другие планы. Мы с Минькой под сток ляжем. Ну, зачем же под сток-то? Заваримся в сено. Помечтаем. На воздухе-то оно лучше спится. Ночь-то. Ночь-то какая, а? Далеко, далеко.
далеко за снегами, за березовой тихой рекой. Есть девчина с такими, такими глазами, что мой помутили покой. Бомбы рвались, и пушки гремели, осыпали осколки дождем, но глаза голубели. Говорили неслышно, мы ждем. Я военной судьбе не перечу, но когда я вернулся домой, непременно ту самую встречу, что смутило солдатский покой. Дорогую из тысячу знаю, я запомню родные черты. Говорят, если долго мечтают, желают, то сбудутся наши мечты. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Давно так сладко не спал? Да но спится, это точно, когда над головой это не гудит. Все готово? Так точно. Ну что ж, давай разгружаться. Начнем работать. Есть! Разгружать! Миня! Буди людей. Ну быстро, быстро, быстро. Одна нога здесь, другая там. Есть одна нога тут, другая там. Федоров, давай на шестой. Давайте ящик столом. Давайте не прямо. Разрешите доложить? Ну? Разведка доносит. С той стороны речки движется колонна противника. Где? Во! Сейчас мы их встретим салютом. Разреши мне включить батарейку. Ну, договорись со старшиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Рано вы встали. Так военная привычка. Да? Угу. Ну, а когда же работать начнете? Вот поглядеть вышли. Кто-то рано у девушки смеяться начали. Давай! Ну что же вы не смеетесь? Здравствуйте, Марья Степановна. Жалуешься? Здравствуйте. Я не жалуюсь, товарищ Горошко. Я решительно протестую. Что же это вы, гвардии капитан? Только приехали и сразу начали боевые действия. Ну, посмотрим, что вы тут натворили. Ну,
Ну что ж, ничего преступного я тут не вижу. О, вывела ты, Марья Степановна, сюда целую бригаду. Молодец. Стройка кирпичного колхоза – дело новое, дело, так сказать, общее. Заранее выражаю тебе благодарность от имени района. Действуй, Марья Степановна, действуй. Пошли, девушки, поможем. Разрешите я вам этот пенек в момент подниму? Вон до того облачка, полом. Нам с Марьей Степановной взрывы надоели в нашей местности. Осторожно. Минировано. О, как. Безо всякого кола. Нет. А вы только все взрывать да разрушать можете. Зачем? Ведь мы саперы первые строители. Бойцы немцам наступят на хвост. Сапер тут как тут ставит мост. Дунем, плюнем, топориком махнем, пожалуйте дом. А что есть разрешите дом? В доме человек перво-наперво семью заводит. А семья есть основная опора государства. Таким образом получается сапер, государственный строитель. Вот как будем знакомы. Фокин. Вы уж извините меня, Марья Степановна. Ха, черт возьми, как глупо вышло. Понимаете, ни с того, ни с сего мы пошли друг на друга в штыки. Мы? Ну, хорошо, я. Вот это точнее. Угощайся. Спасибо. Ну да, насколько я понимаю, ваш отец меня уже отрекомендовал. Зверь-баба, пользуясь военным временем, перехватила знамя. Да ну. Дед у него как трактора, на них пахать можно. А главное, не ведет разъяснительной работы. Фу, полой-ка, расстегни воротник. Так, да? Вроде так. Кондрат, подрубайте пенек. Некогда, мать, некогда. Ты пирожка поешь. И уходи ты отсюда от греха подальше. Не дай бог под кусторез попадешь или на мине взорвешься. А мне сейчас домашними и похоронными делами заниматься некогда. Стройка у меня. Ну, поел. Кондрат, подрубайте пенек. Я знаю, бережно и ласково будете вы возделывать нашу родную белорусскую землю. Я знаю, вы построите новые села счастливой нашей веселой Беларуси. Так послушаем, как представляет себе нашу новую жизнь гость наш Михаил Андреевич Костоусов. Архитекторы, народ умелый. Строим дворцы, заводы, театры, вокзалы. А вот обыкновенной колхозной хаты никто из нас и не строил. Не довелось. Что, может быть, трудно? Да нет, легче легкого. Поставил деревянный бревенчатый сруб, положил соломы, прорубил окна и живи. А мы не хотим жить в такой хате. Новые люди, извольте жить по-новому. Город зажил по-новому, а деревня? Что, она хуже? Деревня и город одно. Вместе живем, вместе трудимся, вместе боремся. Так почему в городе дом, а в деревне хата? Почему дом стоит век? 100 лет, 200, а хата едва-едва 30, и потом гниет без остатка. Вот вам и вся арифметика. 30 или 100. 30 или 200, считайте. Засчитали. Скажете, кирпичный дом дороже будет. А я утверждаю, дешевле. Лес, драгоценность. Где нет леса, там засуха. Где вырублен лес, мелеют реки. Обедняется почва, понижается урожайность. А кирпич?
Вода да глина, ставь завод для себя, для соседа. А купится. Вот вам и экономика. А теперь я говорить не буду. Смотрите. Отстояли край родной. На земле горелой черной сот зеленый разведет. Мы в сот поставим наш просторный, наш высокий новый дом. Дождями серыми, за снегами вьюжными, наступает солнечный денек, денек. И руками ловкими, дружными, послушными, выстроим добры. Родимою землей. Всех врагов мы сокрушили, отстояли край родной. И страны вернулись пуской. Мы с победою сюда. Наш край родимый, белорусский, расцветет в красе труда. Придется вам сдаться. Нет, товарищ капитан, гвардейцы не сдаются. А ты сдавайся не как гвардеец, а как каменщик. Вы уж не обижайтесь, товарищи военные. Мы ведь не про строй строим. С урожаем вас, люди добрые. Спасибо, Игнатий. Вызрел хлеб. Приглашаю вас завтра всех на уборку. Постой, постой, а как же стройка? Молоко в корове не киснет, а хлеб ждать не может. И вас приглашаю, товарищи саперы. Нет, бать, саперов не забирай. Не дам. Так нет, Ванюш, я же не забираю. Я только приглашаю. Я понимаю, но у меня ведь стройка. Ванюша, ты бы поговорил с Челединчикой, а? О чем? Пускай она нам людей на стройку подбросит. Она же уборку заканчивает. Поскольку она раньше отсеялась. Ведь слов нет. Она женщина скандальная, но... правильная. Ванюша, я бы сам ее попросил. Ну? Но не могу. Почему?
понимаешь, у меня как у председателя свой принцип. Ах, принцип? А тебе можно, Ванюш. Винька, давай запрягай. Ладно. Да не ладно, а побыстрее запрягай. Ладно. Давай, давай. Позвольте затруднить, товарищ капитан. Да. Поскольку едете? Прокошина и Анне Васильевне. Сам передашь. Поедем вместе. Вот спасибо. Ах, здрасте. Здравствуйте. Вы меня не смотрите, я пыльная. Я на тебя не похожа. А где же ваш председатель? Вот неудача. Марья Степановна в село уехала. В село? К нам горошка нагрянул. Ну что ж, поедем и мы на село. Можно я с вами сяду? Мне тоже туда нужно. Садитесь. Спасибо, что подвезли. А это вам по секрету. Движение сердца. Ой. То из шупаку море, как карась не дромал. А ты не бойся, попробуй, попробуй, да. Знаешь, Иван Мартынович, о чем я сейчас мечтаю? Мечты, Марья Степановна, не по моей части. Я хозяйственник. Мечтаю я кирпичный завод поставить. Но знаешь, как мечтаю? Вот сплю и вижу. А чего ты смеешься? А ты послушай. Глина у меня есть? Песок есть? Торф близко? Да неужели мы завод не поставим? И правленцы мои того же мнения. Район, Марья Степановна, давно с колхозами разговор ведет. Сама знаешь? Знаю, ведет. Да не с нами. Ну, конечно, где уж нам? Мы бабы. А у нас тоже люди домой из армии приходят. Им надо жить. Завод, конечно, завидная вещь. Ну, людей-то у тебя в колхозе не хватает, особенно на первых порах. Ну что ж, сегодня нет, а завтра будут. Ну ладно мне, Марья Степановна, загадки загадывать. Ты вот с уборкой не справляйся, хлеб того и гляди осыпется. Сказала, люди будут, то моя забота. А мне, может, капитан со стройки людей даст. Ой, ты прям челендинчиха. Едем, а то я ей свои просьбы все дело испорчу. Положительный! Ох, Нюра, ругать ты меня будешь сейчас. Ты правильно сделаешь. С горошкой поссорилась. Завод я у него кирпичный выпросила. Завод будем строить. Ой, мамоньки, так сразу и начнем. Вот взялась, теперь боюсь. Ой, трудно, Маша. Так ведь надо. Так трудно. И надо, хоть плачь. Нюра. А Нюра, что? А вот помнишь, кончили мы партизанить, начали колхоз подымать. И ведь подняли же. Но это, конечно. Нет, ты вспомни, ведь нам трудно было. Ой, трудно. И боялись мы поначалу. Ой, боялись. Но поднялись же мы. Передовыми даже стали. Чего ж мы сейчас-то с тобой голову повесили, а? Так ведь трудно же как. Что ж, поплачем? Нет уж, давай строить. Только вот где б людей взять? Вот капитан приезжал... Капитан? Он... Зачем? Как зачем? Помощи, говорит, хочу просить для подкрепления фланга. А фланг это его стройка. Он один был?
Нет, старшина с ним. Да разве ты их не видела? Нет. Тот, я гляжу, ты разрядилась. Ну, я же не каменная какая. Ну, ладно, ладно. Собирай-ка людей. Дорогие мои, разбудил я вас ни свет, ни заря. Вижу, не забыли вы своего партизанского слова. Все пришли. Нам бы теперь отдохнуть, да выспаться. А разве есть время? Какие дела нас ждут впереди? Размахнулись мы на большое дело. Хотим наше село перестроить. Каменные дома нам нужны. Большие, просторные, светлые. Словом, такие, в каких победителям жить подстать. Верно, и по вашим колхозам разговоры об этом ведутся. Вот за этим я вас и потревожила. Ставим кирпичный завод. Кирпич каждому нужен. Дело для нас нелегкое, но под силу. Машины дают. Одна беда. Людей у меня мало. Вот и прошу. Помогите для почина. Начинаем завтра. Дело не ждет. От каждого двора прошу выделить подмогу. Ну так, дней на 10. Кормлю себя. Гармонисты тоже мои. Все. Ну, кто слово желает? Позволь мне, Марья Степановна, высказаться. Я так думаю. Поскольку задача ясная, государственная, поскольку каждому интересно обстроиться, спорить не будем, а примемся сообща. Только я вот что предложу. Акционерное общество. Иначе выразится товарищество на паях, в долю, так сказать. А ты как думала? Правильно, правильно. Ты до делу жадная, мы тоже. Твоего правления не проще. Нет. Ты нам проценты разочти. План прикинь, кому, когда свою выгоду получить в виде продукции, реального кирпича. А вот тогда бери нас голой рукой. Завод. Дело красивое. Кому кирпич не люб? Кругом стройка задумана. Вот поглядеть, на колхоз вперед. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Да? Какие распоряжения на завтра будут? Распоряжения? Да. Товарищ старшина, если соседний взвод в опасности, и вы об этом знаете, какое вы принимаете решение? Помогаю соседу всеми имеющимися у меня огневыми средствами. Так. И если требует обстановка, иду на помощь. Правильно. Вот и придется нам, Марье Степановне, завтра с утра пойти на помощь. Понятно? Есть.
Ну, хватит. Попели, повздыхали. Пора по домам. Идите, идите спать, укладывайтесь. Опять на работу подумаю. На работу что? С вишняком ругаться? Вот здесь сила-то нужна. Ишь, старается, любовь свою зазывает. А когда ведь утром смотрел на тебя капитан, Марья Степановна, глаз не свел. Да ты что, глупости. Ой, да фыркаешь ты, Марья Степановна. Вот погоди, настигнет она тебя, эту самую любовь, схватит, прижмет, аж косточки захрустят. А вырваться захочешь, не сможешь. А я не боюсь. Я ведь каменная. Что было, то прошло, Марья Степановна. Мы с тобой отвоевались. Мы больше не солдаты. Хватит. Мы бабы. Нам любовь по штату положена. Хочешь, заклад сделаем? За тебя твой каменный характер, а за меня лунная ночка да птиц соловей. Угу. Да еще глупость твоя. Ой, батюшки. Я засиделась, уши развесила. Ну, прощай, птица соловей. Не устоишь? Батя! 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 Динчиха, к нам идет! Здравствуй, Марья Степановна! Спасибо тебе! По-соседски действуй! И по-советски! Но если что, у тебя там в долгу не останусь. За вишняком не пропадет. У меня и таракан получает. Если я ему должен, конечно. Ну да, если он пашет, конечно. Благодарствуем за вашу благодарность. А хлеба хороши у вас, лучше не надо. Минька! Срочно найти полевой цветок Иван де Марья, сорвать и доставить его мне. Зачем? Ты вопросов не задавай, выполняй. Привыкай к дисциплине. Есть найти... Сорвать и доставить. Минька, крой в сельсовет. Бей телефонограмму в район. Уборку закончили. Батя. Ну, я же говорю, уборку заканчиваем. И бери мотоцикл. Как? Ну, бери, 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 я отвечаю. Так ты давеча смотрела на капитана, Марья Степановна? Мало на кого я смотрела. А ты вишняка пригласил на вечеринку по случаю замирения между нашими колхозами. Угу. И по случаю счастливого окончания уборки. Ну да. Ты и капитана позвала потому, что хочешь попросить у него людей на стройку завода. Правда? Глупости вечно пьяна уме. Проиграла. Чего проиграла? Доклад проиграла. Дура. Не выдержал твой каменный характер.
сутенера. Гости уже собираются. Проходи, Марья Степановна. Сейчас вернусь, только чайку расседлаю. Куда же вы? Да я прямо с поля. Вид у меня такой. А, по-моему, этот костюм вам очень даже к лицу. Ну, вы меня в другом не видели. Видели. Видели? Он на вас каждый день через речку в бинокль смотрит. Вы не скажете. Я сейчас вернусь. Хозяйка, принимай гостей. Нет, не против. Ванюша. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста. Вот, шап, пожалуйста. Теперь свадьбы пойдут. Жнива кончились, теперь только свадьбы играть. Мой-то пару себе избрал, а? Хороша пара, хороша. Но просто завтра в Москву. А известно ли тебе, что Минькой для ради праздника по речке расставлены лодки, а? Известно, известно. Только вот ты мне скажи, как толком эти пары в лодки рассадить? Вот в чем задача, а? Задача? Да вы мне это поручите, Кузьма Тимофеевич. Тебе да нет, ты же не сможешь. Тоже тонкий подход нужен. У меня сегодня фантазия играет. Фантазия? Ну да. Ну давай. Только... Хорошо. Хорошо. И да чего удачно придумали эти лодки. А что есть лодка для влюбленных молодых людей, если философически разобраться? Да. В лодке, Кузьма Тимофеевич, да еще при такой луне у человека, как правило, расцветают самые лучшие чувства. А приятно, когда все спланировано, подшито, прошнуровано. И ведь они даже не подозревают, что мы с тобой их счастье планируем, а? Идем дальше по фантазии мы. Стой. Стой! Ты кого с кем посадил-то? Ну, убил. Убил, зарезал, без ножа ты меня зарезал! Ну, все перепутал. Дипломат! Если ночка весна, и горит твоя кровь, значит, в сердце весна, значит, близко любовь. И любовь не гони, и любви не стыди. Береги и храни, как наградой гордись.
так бы плыть и плыть по этой тихой воде. Куда плыть? Я помню, в детстве все мечтал. Вот так сяду в лодку и поплыву по лунному следу. Далеко-далеко. И знал, что приплыву к счастью. И не ошибся. Завидую вам. Только мне кажется, счастье так легко не дается. Легко. Я за него в огонь шел. Через войну. И таким далеким оно мне казалось. А теперь вот оно. Что с вами? Вы на меня рассердились? Нет. Уходишь? Ухожу. Совсем? Угу. Не ухожу, а пришел. Пришел? Совсем? Совсем. Мамочки. Демобилизация вышла мне. И всем ребятам моим. В районе был, навечно приписался к вашему колхозу. Квартиру сейчас ищу. Как квартиранта мы с мамашей пустить не можем. А ежели как хозяина? Как хозяина, коли ласка, дома в мане. Вот построю кирпичный завод и уеду отсюда. Надо же мне академию кончить. А то третий курс. Я в партизанах воевала, четвертый здесь проработала. А мне надо учиться. И потом... Что потом? Хочу уехать от вас. Слишком много думаю о вас, капитан. Мешает. Но все равно же будете думать. Это почему? Много берете на себя? Нет. Вы никуда от меня не уедете. Вы в город, и я в город. Вы учиться, и я учиться. Вы в свою академию. А я в свою. Строительную. Я ведь сапер. А в какой город? А в тот же, в который и вы. Дорогую из тысячу знаю, я запомнил родные черты. Говорят, если долго мечтают, желают, то сбудутся наши мечты. Превосходно! И погона превосходная. Вот видите,
Они верили, что возможно. Это кто не верил? Мы-то верили, ведь мы начали первые строить. Вот вы-то верили, а другие не верили. Ну, я обошел весь поселок. Город! Самый настоящий маленький город. Проходите, пожалуйста. Кто строил? Сын. Ванюшка строил. Сын. Превосходный сын. Хорошо строил. С пониманием и с любовью. А это что? Новоселье. Свадьба. Сын женится. Что же вы меня не предупредили? Ведь я же без подарка, ведь это же неудобно. Ваш подарок для нас самый дорогой. Мой? Ну а как же? Дом-то ведь предназначен для молодых. Стало быть, это и есть ваш подарок. А что? В самом деле подарок. И знаете, неплохой. Мать, мать, угощай пирогом, угощай пирогом. Отведайте нашего пирожка. Нет, 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 что вы? Как так? Без молодых? Нет, не в ноги. Степан Петрович, а это зачем? Уж такой порядок, чтоб жилось тепло и мягко. Так вот ваша невеста, Марья Степановна. Да. Поздравляю. Будьте счастливы, детки. А что такое счастье, спрошу я вас. Я академии не кончал, слов ученых не знаю, потому скажу просто по-стариковски. И в старое время люди женились и радовались тоже, только не все. Бедному человеку радоваться было нечего. Приведет муж свою молодую в старую избу на печь к тараканам, на лучину, в холод, на тяжкий труд. Радости мало. И в старое время строились мужики. Ну, не такие, конечно, дома, а избы. Избы на курьих ножках строили. И строил мужик один. Долго строил. Все жилы из себя тянул. А выстроит, в гроб ложиться пора. Вся жизнь на это уходила. Вы молодые. Приходите в новый дом, всем колхозным миром для вас построенный, при помощи высшей науки. Счастье ваше крепкое, честным колхозным трудом, честной кровью солдатской добытое. Дети, смело входите в свой новый дом, в свою новую жизнь, и будьте счастливы.